saw an avalanche being triggered on the north slope. And I think I saw a skier over there. Здесь расположен самый красивый горнолыжный курорт с 600 километрами взаимосвязанных спусков, которые создают рай для лыжников со всего мира. Около 150 тысяч лыжников каждый день чувствуют, что находятся на безопасных и надежных трассах. Задача спасателей на горнолыжных курортах — поддерживать безопасность склонов. Если кому-то необходимо спасение, мы принимаем соответствующие меры. Также мы следим за безопасностью областей за пределами лыжных трасс. Благодаря дронам, которые появились в нашем наборе инструментов для техобслуживания, мы снижаем риски в работе нашей команды, потому как некоторые задания бывают весьма опасными. У нас есть система инициирования схода лавин под названием «Газекс», состоящая из смеси сжатого газа, который способен искусственно вызвать лавину, чтобы обезопасить горнолыжные спуски. И эта система «Газекс» требует обязательного технического обслуживания. Дроны помогают нам выполнить данную задачу. Они позволяют проводить первичное наблюдение за системами «Газекс» с воздуха, а затем ставить необходимые задачи по техническому обслуживанию. Это избавляет нас от необходимости прибегать к помощи вертолета. Мы можем использовать дроны для наблюдения и выявления технических задач по обслуживанию горнолыжных подъемников. Другой вариант использования дронов — мониторинг гор и скал, расположенных недалеко от трасс. Таким образом, мы можем снизить риски от камнепадов, оползней и селей. Самая красивая история — это, возможно, история спасения человека, охваченного лавиной и спасенного с помощью дрона. Однажды мы получили вызов от человека, находящегося на подъемнике, который видел сход лавины. Это и стало местом происшествия. Мы незамедлительно среагировали на поступившую информацию. Обычно это не должно занимать более 7 минут, так как увеличиваются шансы найти человека живым. Мы разложили дрон, и за какие-то 3 минуты он достиг места происшествия. В режиме реального времени мы увидели изображение термальной и живой съемок, указывающие на то, что там находился человек, который был скрыт под лавиной. Возможности зума сэкономили время, и мне не пришлось подлетать на дроне слишком близко к месту происшествия. Это также сохранило заряд аккумулятора и прежде всего выиграло время для спасения. Таким образом, мы быстро поняли, что под завалом находится человек, и смогли сразу определить точное местоположение жертвы и отправить туда нашу спасательную команду, чтобы спасти человека, погребенного под снегом, который, к счастью, отделался лишь переломом лодыжки, что стало для нас большим облегчением. Я надеюсь, что использовать дроны так, как сегодня это делаем мы, будет необходимостью на всех горнолыжных курортах. Более того, мы сможем использовать и другие возможности дронов, о которых пока не догадываемся, но о которых узнаем в самом ближайшем будущем.